Всем привет! Всем привет! Мы с Лизой открываем пакетики с сюрпризами. Показывай, что у нас сегодня на открытии. А кроме твоего пуза, что мы сегодня... Всем привет! Что мы будем открывать сегодня? Что это такое? Это новый сезон Шопкинсов? Еще не открывали? Да, это новые Шопкинсы. А главное, что у нас были другие. У нас были точно другие, таких у нас никогда не было. Что у нас еще? А вот это аквариум? Да, Филивичи, ведьмочки-пони. Это аквариум? Да, это уже открывали. А вот это не открывали? Нет, такого не открывали. Еще одни Шопкинсы, да? Той же серии новинка. Еще один пакетик Филивичи, поники. И что у нас? Лала Лупси. Ура! С чего начнешь? С Шопкинсов. Ну, давай посмотрим. Очень интересно, что там у нас попадется в новых Шопкинсах. Так. А вкладыш там есть? О, давай посмотрим вкладыш. Вот такая. Ой, это самая корзинка новая, да? Были зеленые, а теперь розовые корзинки. Так. Сушка. Сушка? Наверное, пончик какой-нибудь. Нет. Сушка, точно? Нет, это сушка. Сушка, понятно. Сейчас посмотрим, какая там сушка. Нет, это не гамбургер, это, ну, какой-то это бутер. Похож на, как они там, пончики, донатсы. Но с каким-то наполнителем. Как на лисенке, вот. Да, точно. Давай, следующее вскрываем. Это. Поников. Да. Открывай. Филивичи. Филивичи, да. Опа. Ну-ка. Ой. Что там сегодня за ведьмочка? Ух ты, такой у нас точно не было. Красавица какая, да? Давай посмотрим ее поближе. Беленькая. Ой, с розовеньким, с сердечками, с диадемой. Сейчас я подниму зайка. Я сама. О, красота. Опа, ставим ее сюда. Как я взяла? Сейчас посмотрим. Наверное, Ксения. Ксения? Да, Ксения, скорее всего. Наверное, девочка. Точно, девочка Ксения. Что еще написано, я не знаю. Убью. Давай. Еще одни Шопкинсы. Вскрывай. Вот это вот здесь? Угу. Ну-ка, что там попадется? Смотрите, какая новая. О. Ну, что там? Погож. Вкладыш там такой же, а вот что тебе еще попалось? Какой там Шопкинс? На что похож? На сыр. На что? На сыр. На сыр? Да. А мне кажется, это тоже хлебушек печеный. Нет, это сыр. Да, я посмотрю. Какой-то непонятный. Непонятный сыр? Да. Но это у нас не сыр, и это нам достался точно хлебушек. Вкусный-вкусный свежий хлебушек достался. Хлебушек, зайка. Хлебушек? Ага, хлебушек. У нас дети. Угу. Так. Фили, открывай. Титка-титка. Титка-титка-титка. Так, ну-ка. Давай. Ух ты, ну вот это настоящая ведьма. Смотри, с колпаком с каким, да? Класс. А у тебя еще не было? Нет, такой у нас тоже не было. Все, новенькие какие-то попадаются. Как ее зовут? Сейчас посмотрим, как ее зовут. Классная какая ведьма. Ух. Опа. А зовут ее, наверное, Фрида. Фрида? Угу. Фрида. Убей! Давай, убирай. Ну давай, открывай лалу все.
Там должна быть куколка маленькая, да? Попробовала вот так. Угу. Давай, интригант, открывай. Интригант, открывай. Ну, кто там? Ой, это что это такое? Это кто это такой? Рыбка. Рыбка? Ну-ка, дай посмотрю. С бантиком. Рыбка с бантиком? Да, рыбка вся в каких-то пупырышках, с каким-то хоботком, что ли, и с бантиком. Интересная рыбка. Бумажку. Бумажечку оторвал. Ну, это, да, штрих-код какой-то. Оп, убираем. Давай и подпишемся на канал. Всем пока. Пока-пока.